Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня моя дочка Даниэла и я, Лёня, готовим крылышки, запечённые в медовом соусе. Подготовим крылышки. 800 граммов куриных крыльев моем, обсушиваем, удаляем третью фалангу, кисточку, разрезаем по суставу на плечевую и локтевую части и кладем в миску. Добавляем половину чайной ложки соли, щепотку черного молотого перца, перемешиваем. Выкладываем на противень, выстеленный бумагой для выпечки, и отправляем крылышки в заранее разогретую до 180 градусов Цельсия духовку на 20-25 минут. Тем временем подготовим соус. Половину острого перчика нарезаем мелкими кубиками, кладем в миску. Туда же измельчаем 2 зубчика чеснока. Добавляем 30 мл соевого соуса. Добавляем 140 граммов меда. Все хорошо перемешиваем. Соус готов. Прошло 25 минут. Вынимаем крылышки из духовки. Поливаем соусом. Посыпаем семенами кунжута. И отправляем в духовку еще на 10 минут. Дорогие друзья, вышла книга «Любимые торты бабушки Эммы». В эту книгу вошли 32 рецепта любимых тортов нашей семьи. Это наши авторские рецепты и рецепты знаменитых, известных во всем мире тортов. Мы много и с удовольствием работали над созданием этой книги. И очень надеемся, что, купив ее, вы получите удовольствие от стиля, в котором она написана, от фотографий и, самое главное, от тортов, которые вы приготовите. Мы уверены, что вместе с этой книгой в ваш дом попадет частица нашего тепла и любви. Купить книгу можно по ссылке в описании, в электронном виде или заказав по почте. Доставка по всему миру. Готовьте с душой и с удовольствием. Вдохновения вам и удачи! Готовые крылышки вынимаем из духовки, выкладываем на блюдо. Поливаем соусом. Посыпаем измельченной зеленью кинзы. И подаем очень вкусные и ароматные крылышки к столу со свежими овощами и свежим домашним хлебом. Рецепты домашнего хлеба вы найдете на нашем сайте videokulinary.ru в разделе «Хлеб». Вдохновения, удачи и приятного аппетита!